стенах Донецкого государственного театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко в преддверии празднования Дня работника культуры и Дня театра состоялось торжественное награждение представителей данной профессии грамотами и медалями. Сегодня в сфере культуры, наверное, двойной праздник. С одной стороны, руководители отрасли подводят итоги работы за прошлый 2017 год. С другой, мы буквально в двух днях от ежегодного праздника, Дня работника культуры. Республика живет насыщенной культурной жизнью и прорывает информационную, культурную, духовную блокаду. И все вот эти ярлыки, которые пытаются нас вешать с той стороны, они просто не могут к нам пристать. Именно по той причине, что у нас все совершенно иначе. У нас действительно насыщенная культурная жизнь, значит и духовная жизнь. И значит мы состоялись как субъект, как Донецкая Народная Республика, часть русского мира. Исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков лично награждал работников отрасли почетными грамотами и цветами за их большой вклад в развитие культурного общества республики. А кульминацией церемонии стало вручение четырем актерам театра награды заслуженного артиста ДНР. Впечатления незабываемые. Я проработала в театре 22 года. Я ждала этой награды и... Огромное спасибо всем моим актерам, моему любимому театру за то, что они выбрали именно меня, и я буду служить своему театру верой и правдой. Культурное достояние региона, как и в целом русского мира, крайне важно сохранить и приумножить. Особенно в наше непростое время, когда попытки переписать историю происходят прямо на наших глазах. Сергей Михайлов, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.